Всем привет, на канале Скурал Белка. Сегодня мы с вами пойдем искать аудио-видеотехнику. Да? Так, что у нас здесь? Samsung. И это что такое? И Panasonic, да, ребят, Panasonic. Samsung. Здесь везде есть динамики, собственно говоря, которые мы сейчас будем с вами вытаскивать отсюда. Да, сейчас я их выну и покажу. Так, менты подъехали, начали палить, поэтому лучше смотаться оттуда быренько. Он там маршруткой занимается, там маршрутку остановил какую-то, идем проверять. Вот. Телеки я потом разберу, потому что никто не захочет в этих осколках ковыряться, так как я там уже порезался, допустим. Не сильно, но есть. С этим вирусом повсюду менты ездят. Так что с этим нужно быть очень аккуратно, чтобы мне это не палили. Вот. Так, вот такие вот у нас здесь с вами динамики имеются. Это динамик из телевизора Panasonic. А вот это динамик из телевизора Samsung. Так, все, я отсюда свалил. Так, что у нас с вами по динамикам? Вот, это у нас динамик из телевизора Panasonic. Вот такой красивый достаточно. Есть ход. Довольно большой. Вот такой интересной формы. Мощности, кстати, не указано. Вон плюс-минус, хотя здесь тоже есть неплохо видно. Вот такой вот с вами динамичек. И вот такой динамик из телевизора Samsung. На 3 ватта и 16 Ом. Вот. Вот он у нас вот такой вот. Худо очень маленький. Здесь вот что-то вот здесь подклею. Это когда я его откручивала, отвертка сорвалась. Так. Ну да. Здесь вот промялось вот это место. Но это на звук-то не повлияет. Знаете, на что похоже? На говно из телевизоров, а из Genius. Колонки такие. Вот это вот говно. Такой же подвес. Вот такая же текстура. Такой же вот это. Да, только колпак там еще хуже, чем это. Усики вот эти спереди. Номинал похожий. Только там на 4 Ом и 3 Вт. Вот. В общем, всем удачи и всем пока.